дорогие ребята, нынешние игроки, действительно, мы договаривались о том, что 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Ивановича, мы сыграем здесь первый матч. Ну, с первым матчем пока не получается, но поле, стадион сегодня уже можно, по сути дела, принимать. Я хочу здесь поблагодарить всех, кто внес сюда и свою душу, и профессионализм. Ну, давайте говорить откровенно, и деньги. Я имею в виду наш замечательный Внештурбанк и Андрея Перегудова, и, конечно, Андрея Костина. Безусловно, в следующем году, в апреле месяце, в день 95-летия «Динамо», вот сегодня, я говорю об этом уже совершенно официально, будет официальное открытие нашего стадиона. Планируется, ну, секрета Поля Шанеля делать не буду, дай бог получится, чтобы в день открытия первенства мира по футболу, либо 12, либо 13 июня следующего года, по возможности, здесь бы официально было открыто первенство мира по футболу. Этого заслуживает сей стадион, не только потому, что в следующем году ему будет 90 лет, но я хочу напомнить, что это был первый стадион Советского Союза, где играла не только московская «Динамо» и его великий вратарь и капитан, 22 года защищавший цвета нашего клуба Лев Иванович Яшин, но здесь выступала, вы знаете, и сборная Советского Союза, и выступала очень успешно по тем временам. Конечно, хотелось бы, чтобы на наш стадион приходило как можно больше болельщиков. Он удобен, рядом метро. Это, по сути дела, по-футбольному намоленное место. Но очень важно, чтобы «Динамо», динамовская команда наша футбольная, привлекала сюда болельщиков своей игрой. Конечно, не дело то, что сегодня нам приходится бороться за выживание, что называется, в премьер-лиге. Хотя на празднике, наверное, не стоило об этом говорить. Но надо быть честным в этом вопросе. И я убежден, что мы можем и обязаны, как это, кстати, было в недалеком прошлом, показывать не только профессиональную яркую игру, но и то, чем всегда отличалось то советское московское «Динамо». Это те «Динамовцы», вот они сейчас передо мной, я всех помню, по фамилиям, я мальчишкой смотрел, когда вы играли. Это была сила духа, сила движения, вера в флаг, в гимн, в страну и в «Динамо». Очень хотелось бы, чтобы наши футболисты сегодня это вспомнили. Кстати, пользуясь случаем, я хочу, Антон, сказать тебе большое спасибо. Вчера ты сыграл с Рубином по-яшински. Кирилл, поправляйся. В марте следующего года 3 гола здесь. Договорились? Я поздравляю всех нас, дорогие друзья. Дорогие ветераны, хотелось бы, чтобы вы как можно дольше радовались по-настоящему футболу. Спасибо вам за все.